Всех поздравляю с праздником Рождества Божьей Матери. Это чудесная история, которая произошла, наверное, незадолго до Рождества Христова. История о том, как на земле появилась Божья Матерь. И обычно рассказывают про ее родителей, Акима и Анну, которые были бесчадными, неплодными всю свою жизнь до примерно 60-летнего возраста. Конечно, с одной стороны, можно воспринимать вот их неплодство как некий недостаток, но с другой стороны, можно воспринимать это как некое предуготовление, или, может быть, более правильно богословским языком сказать, субботствование, как вот суббота была дана человеку для того, чтобы он проводил ее в покое, в тишине, и посвящал ее Богу в Ветхом Завете. Точно так же и утроба Анны субботствовала, то есть была посвящена Богу, была праздной, с одной стороны, с другой стороны, предуготовлялась к пришествию в мир величайшей девы, величайшей жены из всех, которые когда-либо были рождены здесь, на земле. И, конечно, ребенок, которого родители всю свою жизнь посвятили Богу, он был такой, какая была пречистая. Для нас, для всех, вот это субботствование тоже является образом того, что иногда в нашей жизни не все получается сразу, и мы, может быть, хотим по-человечески каких-то земных благ, но они нам почему-то не даются в какое-то время. И у нас есть два пути: либо считать себя жертвами, обижаться на жизнь, на Бога, на судьбу, еще на кого-то. Иногда на своих родителей обижаются. А другой вариант – это действительно выйти на некий другой уровень, в это духовное измерение, и обрести смысл вот этого субботствования. И иногда действительно Господь не дает чего-то простого, земного, естественного, для того, чтобы дать больше, именно духовного. И, собственно говоря, нет ни одного человека, который не воспринимал бы, что ему что-то не дается, как что-то духовное, чтобы ему не было дано вместо этого что-то большее. Всегда Господь видит и дает утешение, утешение на другом уровне, и гораздо больше, чем человек, может быть, мог себе даже помыслить. Так же, как это было во времена Акима и Анны, которые, наверное, когда были молодыми, хотели иметь детей, не могли помыслить, что, собственно говоря, их внук будет сам Бог. В этом великая надежда и великое благословение для каждого из нас. И урок в том, как мы должны воспринимать превратности своей жизни. Еще раз всех с праздником, Божие всем благословение.